добрый день. Я рад приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что его смотрите. Сейчас специально для вас нахожусь на Кубе, на косе Вородеро. Сейчас отель, который мы будем инспектировать, согласовываю, это Royalton Hikakos. Находится он в Вородеро, где-то посередине. Рядом с отелем нет инфраструктуры никакой, только дорога. Здесь проходит туристический автобус, стоит он 5 евро. Так, вот мы в отеле. 100%. Это ресепшн, у них полная загрузка, поэтому нам никакой тип номера не покажут, но хотя бы территорию посмотрим. Ребята готовятся к Новому году уже, украшают елочку. Опа, ресепшн. Окей. Значит, ресепшн работает 24 часа. У них интернет по всей территории практически есть. Ресепшн, бассейн, в номерах, на пляже. Отель, видите, такие мостики, которые соединяют разные локации. Я так понимаю, мы идем к бару. Есть. Лобби-бар работает 24 часа. О, ребята уже в новогодних рогах. Здесь все включено. Международное. Hola. Hola. Сидите в баре. This is for a smoker and not smoker. Есть открытая и закрытая зона. Это вот как раз таки открытая зона. Three pools and four jacuzzis. This is the biggest one. And also neither side of the hotel we have. У них три бассейна. Один из них это вот этот, который видите, он такой больше для спокойного отдыха. Он большой, у них красивый. У них 5 а-ля-карт ресторанов, 6 баров и один буфет, который работает по all-inclusive. Это итальянский ресторан, он работает полностью. Целый день, обед, завтрак, ужин. And this is the night show area. We have every night a different show, like a Cuban night, jazz night, romantic night. One hour of show. Каждый вечер здесь проходит анимационная программа, шоу, разные шоу, они их постоянно меняют. Как правило, это 14 дней, потом они повторяются. С 9 часов там, до скольки-то он работает, потом у них работает еще дискотека. До 3 o'clock диско. Чопу? 2 a.m. Угу. До 2. Здесь у них магазины, судя по всему. This is, сейчас мы поднимаемся куда-то наверх. Джаз-бар с 5 до часа ночи работает. Это буфет с 10. Это основной ресторан, где вы можете кушать. Он работает обеды, завтраки и ужины. У них разделены на зоны. Здесь вы видели там колбасы, сыры. Здесь у нас зона для вегетарианцев, которые фрукты, овощи, пицца итальянская. И еще у них есть морепродукты. Вода.
балкончики. Мороженое у них два вида. Итальянская зона. Здесь у нас пасты и пиццы. Это зона морепродуктов. Видите, здесь мидии, всякие морепродукты. Здесь варят рыбу. Что у них? Сегодня вы можете покушать. Дальше салаты. Здесь у нас зона, я вижу, суши есть. Thank you. Gracias. Васаби, имбирь. Рыба. Тут всякие сосисочки. Здесь мясо готовят. Видите, разные виды мяса, вы можете. И зона с сладостями. Шоколадный фонтан. Кушать как в закрытом ресторане, где работает кондиционер, или на улице. Ага, это магазин, где вы можете купить сигары, ром. И здесь же сразу бар. У них есть сразу здесь аптека. Здесь бульвар магазинов. Магазин, где можно купить напитки, вещи. Это все здесь, на первом этаже. Тут же у них мороженое. Здесь разные виды мороженое, печенюшки. Всякие вкусняшки. Это все бесплатно. Это у нас быстро снэк-бар, где вы можете перекусить гамбургеры, хот-доги, я так понимаю. Hola. 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 Работает 24 часа. Здесь вы можете. Если вы хотите организовать поездку в этот отель или в другие отели на Кубе, обращайтесь, я буду рад вам помочь. Ада. Ауле, how are you in Jerusalem? This is the biggest one of the hotel with 120 capacity. But in the evening, only the Italian restaurant is open for breakfast and lunch for everyone. Это большой ресторан у них здесь, на 1200 человек, мне, по-моему, сказали, если я правильно понял, работает, но он только по вечерам. We have no kids club, because this is a non-only. Смотрите, как интересно сделано. Из бутылок. Классно, да?
This is only for adults 18 years and older. 18 years. Это у нас дорога на пляж. Мини-гольф, волейбол. Так, это у нас бар на пляже. Посмотрим. Hola. С видом на море. Ну что, сходим на пляж. Здесь мы видим, есть павильоны. Это круто. Они платно, судя по всему. Сейчас я уточню. Платно, не платно. И... О, какая туча нашла. Ветер. И все как везде, видите. По пояс 200-300 метров. И вам все равно мелко. Удобно, что сразу на берегу моря находится вот такой вот бар. Вы сидите, выпиваете или кушаете. Здесь отличный песок. How much pavilion? How much pavilion? How much what? Павильоны стоят от 15 до 75, в зависимости, что вы берете. Видите цены? Картошка фри. Настольный теннис. Сейчас посмотрим с вами бассейны поближе, потому что так они были издалека, не было видно. Окей, one moment. Это у нас джакузи. Бассейн с водопадом. Здесь тоже есть павильоны. Все бассейны соединены друг с другом. Есть мостики, по которым вы можете перейти на другую сторону. Еще один водопад. Тут один. Ага, вот второй бассейн, он разъединен. И я вижу там еще одну джакузи. Вот там вот, где женщины стоят. Сетка для водного волейбола. Бар прямо в бассейне. Доплыли, взяли, поплыли дальше, как женщины. Живая музыка. Hola. И мы вернулись обратно с того места, откуда мы начинали. Мы вернулись с вами на ресепшн. Наша инфа закончилась. Друзья, мы с вами закончили инспекцию отеля Royalton Hikkakos. Мне он понравился, он такой
небольшой по размерам, но запутанный, многоуровневый, много всяких локаций, баров, ресторанов, где вы можете посидеть, и все есть. Поэтому отель хороший, пляж хороший, большая полоса, много шезлонгов. Отель, вот, важный нюанс по этому отелю. Детей до, я не помню, там то ли 16, то ли 18 лет сюда не пускают. Поэтому, если вы собираетесь в отель с маленькими детьми, вы не попадете сюда. Они не подтверждают такое. Отель для взрослых. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен.